Так, все, встали все на месте, не двигаться. На первый, второй, рассчитаться. Первый. Второй. Ну придурок, он это, короче, он не мой. Просто команда и в честное слово. Второй. Ага, давай, я тебе верю. Первый. Дальше. Второй. Первый. Второй. Слава богу, дома скажешь третий. Так, сразу скажите, если среди вас есть лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Ты из вот этих, да, или нет? Я тут. Ну понятно, короче, один гей на один. А, я вообще-то русский. Ну хорошо. Ты гей или нет? А, да. Не мой, не могу сказать. А, ну да, да, он Бравл Старс, это, блядь, еще хуже. Пикачуха? Да, сэр. Хокаги, может ты один нормальный тут? Нет, я гомосексуалист. Ёбаный в рот. Отряд пидорасов. Боевых, просто штрафбат отдали, честно слово. Ладно, как-то будем с вами работать. Главное, прикрывайте друг другу тылы, а то вдруг кто-то из нас захочет. Вот все, кто выживут, делайте, что хотите, честно. Главное, чтобы, блядь, подальше от моих глаз. Так, я решил провести, как бы, тест на, как бы, интеллект, на ICQ. Так что давайте, как бы, тебе очень важный вопрос с такой. 1 плюс 3. 10. Понятно, дебил на 1. Окей, успокоитель, тебе тот же вопрос, 1 плюс 3. Он не мой, сэр. Блять, я забыл. Покажи на пальце. Сэр, так будет 4. Будет же 4. Ебану завали. Ты уже просрал момент. Хватит калькулятором пользоваться. А перед тем, как продолжить, ответьте мне на один вопрос. Сколько вы тратите денег на новую технику? 10 тысяч. Может 20? Теперь это не нужно. Все, что вы ранее покупали в магазинах, можно получить в 10 раз дешевле на crazybox.top. Это сайт с сюрприз-коробками, в которых находятся телефоны, компьютеры и даже игровые приставки. Только в отличие от обычного магазина, тот же телефон тут можно получить всего за 299 рублей с коробки смартфонов. Согласитесь, это лучше, чем покупать его где-либо за 30 или 50 тысяч. Коробок тут на любой вкус. Игровые, дешевые, с гаджетами, даже all-in коробки есть. А если не хочешь рисковать, открой бесплатные боксы и первые два приза у тебя в кармане. Так что если ты готов потратить пару сотен и получить действительно что-то годное, переходи по ссылке в описании на crazybox.top. Пикачуха, 1 плюс 3, к тебе такой же вопрос. Следующий вопрос, сэр. Понимаю, следующего не будет, ты дебил. Хакаги, тебе тот же вопрос. 1, сука, плюс 3. РП-10, это стал калькулятор. Все, ты дебил. Димлорд, ну ты ж мой, как бы, ну, заместитель. Ну, 1 плюс 3, ну ебано. Ну, 5. Да 5 будет. Да ёб... Ну, ты был близко, да. 6. РП-10 достался 4. Сейчас посчитаю. Счёты достал. Правильно, Си, что, 4, правильно, 4, правильно. Тогда я отдам приказ мне застрелить, блять, если это 20 минут будет длиться. Ладно. Я пока у него не отдал приказ. Ладно. Ну ты будь готов. Ладно. Ну пока что не надо. Ладно. Ты отличный, ты солдат. Ну я ж переговорщик. Блять, ты должен сказать ладно. Так, дорогие мои люди, я думаю, вы прекрасно знаете, куда мы прибыли и зачем мы прибыли. Собственно, если кто-то ударился головой, напоминаю, мы прибыли за артефактами. Товарищ старшина. Что? Разрешите отойти, справить нужду. Разрешаю, это ваш последний шанс, кстати. Да я уже навалил. Ну, я надеюсь, костюм справится с такой задачей. Расскажите, чтобы Люцифер здесь остался. Нет, я хочу здесь остаться. Люцифер, ты как самый надежный мой человек после лейтенанта, остаешься тут и сторожишь парашу. Это достойная миссия для достойного человека. Идите, это командир, командир. Черт. Да твою мать, кто начал... Вы, блять, конченые транквилизаторы для кого выданы, сука? У нас проблема, нас спалили. Наши двое начали херачить по охранникам. Да класс, стоять, блять! Своего, сука! Дебил, просыпайся, война идет. С добрым утром, спящий королев. Кто-то, блять, в спину выстрелил. Чего, блять? Да свой... Стоять! Лицом к сне! Нет у меня никакого оружия! У него был фонарик, опасная херня. Чем мы не связали? А, у меня нету чем. Уже. У меня тоже. Придется убрать уборщика. Уборщик! Быстро сюда! Ты уж прости, подожди, но... Подожди, секунду. Ты готовься? Ну подожди. Подожди. У кого есть связывалка? У кого связать? У меня есть, у меня есть. Все, все, иди связывай. Все, тихо, тихо, не убивай. Я могу что-то рассказать. Иди связывай его от менеджера. Где артефакты? Где артефакты, которые можно взять с собой? А вы можете взять... Каменный монолит большой с собой. Вряд ли он поместится в наши карманы. Да, мы тут были уже, все, мы тут были. Мы сделали круг. Да, мы сделали круг. Нам нужно найти комнату, которой написано лифты А или Б. Знаете такие, где? Блять, он нас просто за нос водит. Да не вожу я за нос. Если вы мне, блять, покажете, где эти комнаты... Так вас вести или нет?
Нет, нет, я вижу, что ты, делаешь. Не надо, мужик, послушай, не надо, пожалуйста. Я все понимаю, у тебя, наверное, тоже есть семья. У меня она тоже есть, не надо. Не, у меня нет семьи. Аналогично. А, ну, у меня есть. Блять, отстой, чувак. Мы тогда очень не похожи по мировоззрению. Давай его запрем тут просто. Да, это плохая идея, он скорее всего выберется. Каким образом? Если этот охранник смог, блять, от, блять, той шайки сбежать, то че, блять, этот-то класс, блять. Мы можем доверять только собственному оружию. Ну я это делаю. Суду не доверяю. Этот человек должен. Но встань лицом к стене. Бля, мужик, пожалуйста. Это приказ. Я тебя прошу, блять, не стреляй, я тебя прошу нахуй. Итак. Если вы найдете те комнаты, за попытку обмана оперативной группы Альфа 01 вы приговариваетесь к ликвидации. Все, вы слишком мягкотелый. Ну есть немножко такой. Да, помельчал у нас, конечно. Да. Вали, 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 Ива, вали! Стойте там, стойте там! Выйдите с поднятыми руками, быстро! Не прилетело. Спасибо. Спасибо, я живой. Кто меня воскресил? Хокаги, ты мой спаси. Русский Иван, сдавайся. Тебя ждет теплая одежда и горячая пища. Выходи оттуда, граната! Сорян. Сэр, я обманул моговцев, я обманул всех. Всех обманул. И маму, и папу, и деда, и бабу. Добрый день. Там, короче, каменное отделение одному Д-класску, Д-класс 6 сломал. На моих глазах он умер просто. Ну, короче, нужно вызывать спецназ, потому что я даже стрелять не умею. Мне было сказано стрелять. Единственное, охранник в комплексе, что ли? Да. Да нас сократили просто. Типа у нас пандемия сейчас, и за эту большую часть людей перевели на дистанционку. И это буквально несколько человек работает. Они, получается, веб-камеры стреляют, когда кого-то видят, да? Да. Они говорят, о, в тумбочке пистолет, иди застрелись. Чили, до второй дэшки. Ой, бля, кому? А вот он, кстати, он. Хули, она тыкает. Да что такое? Алло, Хакба! Блять! Пошел в жопу! Держи социальную дистанцию. Держим дистанцию, это опаснее любого ДЦП. Дэшка, ну ты куда, бля? Стоять, сука! Ты куда? Иди сюда. Тостер, я тебя буду так звать, иди сюда. Тостер. Ну, хочешь Тостер? Я не знаю, что ты хочешь. Блять, пойдем за ним, пока он что-то не поломал. Иди сюда, Тостер. Он заебал, блядь, может его в расход пустим, он бесполезный. Так иди сюда, Дэшка, блядь. Дэшка, у меня к тебе Тостер. Такой вопрос. Или ты сейчас прекращаешь эту хуйню с Тостером, или как бы мы тебя опускаем в расход. Отключим от электричества. По действию ударим приклада по башке. Тостер. Ай, блядь, что за хуйня? О, я сработал. Вылечили дурака. Второй ученый был с карты лечить. А, бля, кому? А? Вы живы? Как вы выжили? Я живой. Ни хрена, ты его завалил. Я успел убить, да, этого зеленого. Зеленые зелебобы напали на нас с автоматами, с пистолетами, короче. Второй ученый просто монстр, блядь. Он его с пистолета замочил, этих зеленых. У них там целая армия была. Ну реально. Опа. А, не-не-не, это они, шмаляй в них. Спасите, они меня хотели обмануть. Обмануть? Я знал, что он меня... Да! Наши профессионалы дела все порешают, наверное. Ты уверен? Нет. Я знаю выход. Да, ты знаешь. Но не могу открыть. Он красивее, как человек. А, блин! Деда, уйди! Деда, уйди от меня! Чернокожий мужчина! Тише, я тут, я тут. Стене, живо. Стенки, живо. Да тут окна одни. Опа. Я хра... О, я этот, как... Ты чё меня обманул? Я уборщик. Ты чё меня обманул? Говори, у него ствол есть. Вот ты. Он ученый уборщик. Смотри, карта ученого и уборщика. Не, я просто уборщик. Мне одолжили карту. А. Откуда? Значит, под расстрел. Кто? Не, научный сотрудник одолжил. Какой-то Ивасенко, Михаил Петрович. Да я ж знаю, они, все на одно лицо. Михаил Петрович, я его знаю.
наша вся еда. Причем вот, не отмени. Вот вся наша еда. Ну это аптечка. Чё ты предлагаешь бинты жрать? Там спирт есть. Там спирт есть. А, ну как вариант. А что это за кнопка красная? А можно я тыкну? О, что это? Да, давай тыкни, и мы взорвемся к хренам. Ну пиздец же, ну не взорвемся, ну быть такого не может. Проверь, хоть проверь, давай. Космо. Бабах. А, блядь, не нахуй просто. Ох ты, ёб твою же, сука, маму. Дед, будешь нас трогать. Ты ебанутый, нахуй ты это сделал? Дед наш. Нас ничего не забыли. Добрый день, спасибо. Дальше идем, да. Свои уборщик. Я уборщик, я уполномоченный сотрудник. Батя? Да, я твой батя, мелочь, пойдем. Как тебя вообще сюда затащили, эти уроды моральные? Не знаю. Я тут, а мелкая. Пойдем. Цыпа. Кыс. Эй, мелочь, ты где, мелочь? Подожди, слушай. А, бляха-муха! Не туда, мелочь! Мелочь, ты где? Мелочь, ну по-моему. Смотреть на него надо, я же сказал. Смотреть? Все двери перед ним закрывать. Окей. Продвинулись на целую одну комнату, мы не смогли. Мелочь, пойдем. Пацаны, никого нету. О, она съебалась. Мелочь, я тебя с другой мелочью попутал. Пойдем, мелочь. Нет, она там. Там не туда. Не, мы тут умрем. Мелочь, ну на левый лифт. Давай. Бать. Все, уходим, мелочь. Ой, блядь. Слышь, с автоматом, пошел воюй. Тут, блядь, давай, тупо стадо бегает, нахуй такое. Ой, там что-то, блядь. Нет, мелочь, не оборачивайся. Дайте птичку. Блядь, мелочь, за что? Батя! Бля! Она глухой, конечно. Глухой. Мелочь! Блядь, у меня лихо чисто. Она еще не знает, что батю уже заебашили. Батя! Нет! Батя! Заспамьте всех, кто его убил. Батя! Батя мертв! Скажите, что происходит? Я не хочу умирать. А мы не будем умирать, а вы просто вернитесь в камеру, и все будет хорошо. Все, да. Точно? Точно! Тогда почему вы тут находитесь? Дверь чиним. Стой, можно перед тем, как ты его... О, господи, блядь! Мелкая, заходи! Доктор, как там обстановка? Все ушли и... Классно. Блядь, я чуть не усрался. Спасибо. Блядь! Мелкая, поеду! Дверь! Закройте! Мелкая, пойдем! У меня ребенок уже есть, просит, видишь? Да, я жрать хочу. Ты патронами, короче, его накорми, может. Так ты все оружие отнял. Мелочь, беги, мелочь, ран. О, батя, смотри, выход. Да, батя знает, где выход. 049, давай. Да, блядь, ты че, дебил? Мы идем на... Доктор, заходите. Забирай своего пуня на 49-го, все. Я заставил их вернуться. Спасибо, за вами. Спасибо, что забрали. Нет, что? Красного клюва не убьёшь. Куда ты пропал? 49-го забирал, эти уроды его там оставили. Не знаю, ну чё, мелочь, готова воевать? Пойдем. Ты будешь разведчицей, поняла? О, да, еще один мелкий. Он тоже мелкий, он выше меня, бать. Где, а ну померьтесь, к стенке. Он выше, бать, куда это мелкий? Товарищи, осторожно, где-то вроде бля, Олег. Бедный Олег. Куда ты, Олег? Нормально сейчас. Мелочь! Все, сейчас налево. Пацаны, подождите, жирный очень. Ты нас не дорогие. Мы выживем. Я хочу рычаг. Да куда? Батя, мы умрем! Да тихо, мелочь, успокойся! Нет! Мы умрем! Зачем ты 12-летнего пацана связал? Натуре. Вообще-то я девушка. Ой, ёбан. Бегите, пацаны, бегите! Бежим! Ты зачем ширинку расстегнула? Блядь, это аптечка! Малявка. Не ногу, блядь! Тебе надо было с собой минимальный размер покупать. Вот и всё. Ёб твою мать, меня уже два человека уводили, и одного забанили, второй сдох. Это что за хуйня, я не понял, блядь. Это что за фиксики? Вы охуели, парни?
Гном убегает. Пути. Мы не должны влиять на РП процесс. Мы не влияем на РП процесс. Ты что делаешь, Питер? Вы ёбаные гномы, охуели! И Питер спрашивает. Я думал, ты их позацехался. Таракан, стреляй! Женщина по имени Олег, что вы тут делаете? Что? Ярик, блядь. Доча, пошли, доча. Так, товарищ, я как бы нашел пистолет, так что пойдем кошмарить Д-класс. Зачем нам нужно отсюда выбраться и устроить порядок? А я сказал, кыш отсюда. Нет, ты серьезно? Что, там Д-класс, вооруженный Д-класс. Мелочь, если ты не парашу. Давай в женскую. Пошли. Садись на коленки. Блять, сука! Отец, нахуй! Что? Там стреляют, дебил, меня ранили. Блядь. Жопу, вроде сделал. 106, блять! Это женщина! Он может не захочет сюда подходить, тут же запах такой противный. Так он же, блять, от него самого говной воняет. Да тихо, блять, тут еще сильнее. Твою мать! Не трогай нас, мы говно воняем! Не трогай нас, мы говно воняем, Мелочь, пойдем! Я не умру в туалете! Блять, вы точно заебашли! Ой, здрасте! Так, ученый, карты доступа. На, вы спецназ, проведите меня обратно, там жопа пол. Ну да, мы этот, блять, особый... Да я понял, все, выводите меня нахуй отсюда. Я на все готов, я могу и как бы и руками поработать, если надо. А что за хаос там? Да ёпта, вражеская группировка, на синяя. А, на синяя? Ой, сзади! Бляха, муха, убегаем! Нет, ну не надо! Не стреляй! Беги, глупец, беги. Убегаем! Подожди, зеленого жди. Там злые синие, там злые синие. Ты что, дурак? Я тебя спас, мы так бы оба умерли. Ну ладно. Ой! Твою мать, я сдаюсь. Спасите, там синие, там враги, там синие. Там геи идут, что делать? Так спасите меня, дайте я уйду. Твой коллега свалил вот так вот развязанным, голубым тоже стал. Я не хочу быть голубым. Я теперь голубой. Давай один на один. Нет. Крэпа. Сука, не открывай! Граната своих! Отступаем! Граната! Ну дебил, а? Ну дебил просто. Вот дебил. А хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.